Движение на российской федеральной трассе М-10 Москва-Санкт-Петербург полностью восстановлено. Об этом сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям. Ранее сотни большегрузных и легковых автомобилей застряли на несколько дней в пробке. Движение остановилось из-за сильнейшего снегопада. Затор образовался в Тверской области и растянулся на десятки километров. Вдоль трассы были развернуты пункты горячего питания и обогрева, а также организованы мобильные пункты заправки. Однако многие водители жаловались на то, что провизия до них не дошла, а топливо на исходе. Согласно официальным сообщениям, в воскресенье пробка достигала в длину около 55 километров. Тем временем очевидцы приводили другие данные. По их словам, она составляла почти 200 километров. Автотрасса М-10 связывает Москву и Санкт-Петербург и простирается до границы с Финляндией. Причины такой пробки пока неизвестны. Как говорят жители Тверской области, она образовалась из-за нехватки машин для уборки снега.